Доктор сказал, надо послушать. Торпедировали, блядь. Слушай, что? Пить, а как его открыли, а? Да, я умею. Не курим. Шампанское. Вот что это и очень хорошо все. Пожалуйста. Очень... Давайте выпьем. Очень вкусно. Пьем. С днем рождения, Дима. Оба, оба. Пошла. Назад не пошла. Продегустируем. Поедание рак. О! Конец дня. Солнышко садится. Пейзаж, все зелено. Водичка журчит. Все хорошо. Ты что, пьяный что ли пошел? Я знал. Не, ну я знаю, что многие люди, как я, завязки. Где достигать всех намеченных целей. Идти к ним. Что-то придумывать новые. Почувствовал себя как-то мне 65. Правда, это мой сын. Мне говорят, что 80. Даже приятно. Бать. Ну что, я несу. Левый берег Дона. Сейчас найдем. Гимоночек у тебя не выйдет. Шиги-джиги, е-е. Шиги-джиги, е-е. Шиги-джиги, е-е. Какой надо тебя так делать? Чудеса монтажа. Про кабачку. Ну, и за рыбалку. Гриша, а вот теперь не снимай. Про кабачку в икру. Потренировался. Хорошо. А что кабачковый икру? Про кабачковую икру. Засыхает. Засыхает. Кабачковая. Это не мои юриспруденции, кабачковая икру. Гриша, не раз спишь, что ли? Это узбекский вариант. Хочу водки! Дайте водки! Чтобы боль свою а что ты не поддержишь? А что ты не поддержишь компанию? Это же наоборот плохо. Нет какой мотивации купаться голышом. Нет мотивации для купания голышом. Сальцо, сальцо, огурчики, помидорчики. Сальцо. Я вакцинирован. Батька, мать, вот это красота. Бекон. Это же другое дело. Охота, охота, рыбы куропаренной. Я понял, что он хочет. Вот умеешь предложить? Рыба охота, куропаренной. Сейчас окопали. Женя. О, приехал. Стопудово. Жень, да ладно, что ты? Бать, я тоже за рулем. Тут все за рулем. И стены помнили войну. А я так счастлив, я так рад, что кто-то счастлив. Не за что биться, нечем делиться. Все об одном. Стоит ли злиться там за окном? Птица, я птица. Хороший самогон, правда. Ребята, что-то как-то сразу... Распидерлось! Как-то сразу же... Она крутится, как-то... Молодые люди! Ну, а слушаем.
Как вам пробраться за аборт везде, кругом? А с какой целью вы хотите к нам пробраться? С какой целью интересуешься? Я хочу одного человека поприветствовать, а потом второго, потом третьего, четвертого. А у вас знакомые здесь есть, мужчина? Ну как бы... Обойди! Я пришел, неожиданно. А вам не кажется, что это странным, что за весь вечер ни разу больше одной женщины в нашей компании не бывало? Просто моя жена только что уехала. Да не знаем, мы знаем, что... А, тут что, одно место для женщин только, да? Кто это? А кто это? Гоп, стоп! Мы подошли за угла. Гоп, стоп! Ты много на себя взяла, теперь оправдываться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Светом тверезым посмотри на эти звезды. Видишь это все в последний раз. Гоп, стоп! Ты отказала в ласке мне. Гоп, стоп! Ты так любила звон монет. Ты шубы девичьи носила беличьи. Кожи крокодила всем полковникам стелила. Ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла. И перо за это получай. Женя, под конец выходишь из образа. Гоп, стоп! А ты пощады не проси. Гоп, стоп! И на луну не голоси. А лучше вспомни ту малину, Васькину картину, где он нас с тобой прикинул. Прямо на витрину, в общем, не тяни резину. Ну все, кончай ее, СМН. СМН, засунь ей под ребро. Да вот смотри, не обломай перо об это каменное сердце. Суки подколодной, ну-ка позовите Герца. Он спасет нам модный, поет нам модный, самый популярный, в нашей синагоге отходняк. Браво! Спасибо! Браво! Главное, что без самогона может быть. Короче, пацаны, история такая, короче, подхожу на парковочку, раз такой фонарик включаю, что лежит возле машинки, гляди. Опачки, кто-то оставил. Подарок? Ну, как бы подарок, не подарок. Сейчас разберемся на ходу. Я еще такая марсетка. О, рачки подъехали, нормально подошел. Ты зачем разливаешь, я опять поджигать начну. Это ж неконтролируемый процесс. Вижу самогон на столе, поджигаю. Я что тут еще пироман? Мама звонит. Мама! Тихо. Мама! Тихо, Коля. Ассалам алейкум. Алло, здравствуйте. Прошу прощения. Вы, наверное, звоните сыну или дочери. Телефон был найден сейчас. Ну, приходите, забирайте. Можно без маски? Целоваться не будем. А что это? Хотя... А почему бы нет? Почему вы нет? Пощеголять усы, да? Это. Я здесь, Ну, так вот, ты, Саша, я рад, что Дмитрий к нам приехал, что Дмитрий всех нас позвал, собрал. Казачок. Что появился отличный повод всем снова увидеться. Хотелось бы видеть новые и новые работы вашей кисти. В общем, за вас, Дмитрий. Спасибо. Евгений. Хвазикран. Я мне бы тоже погулять бы. Ревик Луизер, окошко спустил, я жвачку свою чуть не проглотил. Из окна тянет ствол, чья-то рука, чик-чик-пах, выстрел под облака. Из других машин все как по цепочке, у меня сердце в пятки, минуя почки. Пошла пальба, как в Берлине в 45-м, я засвалил, сел за мусорным баком. Шарагу бежать, как-то сыкать, боюсь, сижу молча на картах, за коробки держусь.